Люди, у нас свет вырубили. Ладно, ребятки, всем привет, с меня Стивбой. И сегодня я вам покажу оружие в GTA San Andreas. Ладно, погнали. Ладно, ребят, мы сейчас едем на Grove Street. И там реально так нормальное оружие. И там еще есть фотоаппарат. И это... Баллончик с краской. Кстати, смотрите, прикол. Там можно толкать эту машину. Ну как машину? Половину машины. Ладно, я уже заехал на Grove Street. Меня расстреливать баллосы начали. Как я знаю, почему. Валяйте. Какие сузихи. Расстреляют. На меня. Дальше. Ладно, мне пофиг, это что за ней копы. Пошли. Так, мама, да. Романтика? Я снимаю видео. Мам, ты снимаешь? Бабушка, тихо. Ну ладно, смотрите. Мы заходим сюда. Так вот запрыгиваем. Залазим. Потом разворачиваемся. И еще раз запрыгиваем на эту крышу. Мы потом залазим на крышу. И здесь есть ПП. Такое вот ПП. Надается 28-50 пуль. Да. Потом у нас идет пистолет. Блин, я упал. Как мне забраться туда теперь? Что делать? Блин, что делать? А, надо вернуться. Ладно. Мы слазим с этой крыши. Кстати, Васька у меня. И идем сюда. Кто под забор? Кто да блин, ну я снимаю. Мешаю снимать, блин. Ладно, и здесь будет пистолет. Он дается 27-17. Вот так вот. Че орем? Ладно, я вам сейчас покажу, где будет фотоаппарат. И два баллончика с краской. Мы заходим в дом Сидже. Идем на второй этаж. Да блин, гардеробная это. Гребаная. Ладно, мы зашли сюда. Здесь есть баллончик с краской и фотоаппарат. Мой фотоаппарат. Это один баллончик с краской. Я вам сейчас покажу второй баллончик с краской. Да, это тоже... Блин, что творится? Это тоже на Grove Street. На самом деле. Мы, смотрите, должны залезть на гараж Джонс. Фу ты, на гараж этого дома. Мы тоже самое запрыгиваем на этот дом. Только мы уже идем вот так вот на гараж. И смотрите, мы потом залазим на дом. Идем, идем, идем. И у нас вот такое вот поле, ну как, это магазин вообще. И здесь у нас... What the fuck is it? Fuck. Ладно, и здесь у нас будет сам баллончик с краской. Кстати, я вас поздравляю с наступающим, потому что через 2 дня уже будет Новый год. Да, сегодня 29 декабря. Все такое. Да, прикольно все. Скоро будет Новый год. Кстати, пишите в комментариях, что вы хотите себе на Новый год. Да, и лайкосик по этому видео. Ладно, я вам сейчас покажу, где еще можно пистолет найти. Мы приезжаем к Эммету. Да, к Эммету приезжаем. Ну и здесь, конечно... Какого хрена? Какого хрена? Че расстреливать начали? Алло. Сейчас попробую вас расстреляю. Второго давай. Пошли отсюда.
У меня, думаете, оружия нету? Сколько? Фигушки. Сейчас меня убьют вообще нафиг. Там еще вроде кто-то. Ай, не. Ладно, всех перестрелял. Мы заходим к Эммету. Вот заходим. И здесь должен быть пехоль. Вот он, пистолетик. Нам еще дается там. Если вы еще взяли, вам дается просто 20 пуль. Да. Опа, мусоровозчик. Здравствуйте. Мусорник. Ладно, мы пошли дальше. Я поезд нафиг. Ладно, реально, пишите в комментах, что вы хотите на Новый год. Да. Ладно, мы едем на то место, куда нам надо. Как я не спасибо, правильно это место или неправильно? Вот, я застрял. Короче, скажу вам прикол. В меня врезался полицейский в своей машине. И не начал за мной гнаться, вы понимаете? Просто так. Сам врезался в меня и начал за мной гнаться. Понимаете, что это? Блин, я просто здесь езжу, езжу, он в меня врезался и на меня одну звезду нацепили. Вообще дебилы, не понимаю. Кто знал, здесь находится газовая шашка. Это вроде больница. Здесь вот. Да, вот газовая шашка, берем. И кому-то подкидываем. Воняю я вам. Один попался. Лады. Едем дальше. Опа, секретный магазинчик. 24/7. Что? Что это? Не знаю, как здесь лагает. Не, ну нафиг, лучше выйдем отсюда. What the fuck? Короче, я не нашел то место, я просто хотел показать АК-47. Ладно, ну я буду показывать другие оружия. Где же найти коктейль Молотова? Он находится вот здесь. Вот. Вот. Мы его можем обменять на газовые шашки. Берем. И подкидываем кому-то. Ха-ха-ха. Опа, девка загорелась. Лады, и едем. Снайперская винтовка. Находится она вот здесь вот. Вот именно вот здесь вот. Выходим. Мы заезжаем вот сюда вот. Вон, здесь по ступенькам можно забраться. Да, мы сюда не идем, мы дальше идем. Так, на самую верхушку. Ну, сюда. Мы еще поднимаемся, и вот наша снайперская винтовочка. Прицельчик. И сейчас будем мочить. Если кого-то, конечно, найдем. Они фигашеньки, все попрятались. Твари. Лимузин. А вот и мы делаем. Фигушки они мне говорят. Ладно, я вам сейчас покажу последнее оружие. Ну, как последнее? Ну да, последнее. И угадайте, что это будет. Это... стоп. Еще два оружия. И... угадайте, что сейчас будет за оружие?
кто угадал, это будет РПГ. Мы едем к РПГ. Вот здесь вот находится РПГ, вот в этом круге. Смотрите, как до нее достаться. Она на самом верху. Ну как там? Нам потом надо по любасу умирать. По любасу. Это без этих. Без спойлеров. Мы заходим. Вот, смотрите. Находим парашют. Разворачиваемся. Идем в противоположное. Это, как это называется? Забыл? Да. И мы видим вон то квадратное здание. И мы прыгаем. Открываем парашют. И летим. Запомните, мы не на то квадратное летим, не на вон то, а на это. Типа на прямоугольные углами. Запомните, потому что это... Если туда вам не будет РПГ, вот мы садимся возле этой антенны, и вот наша РПГшка. Вот она красивая. Вот. Да, ну я на этом заканчиваю. Всем пока, с меня был Стив Бой. Не забудьте ставить лайки, подписываться на мой канал. И всем пока. И да, не забудьте, когда у меня откроется вот этот вот остров, я сразу вам покажу 4 редких транспортных средств. Да, вот именно. Тьфу ты. Топ-5 редких транспортных средств в Сан-Фьерро. Да, ну я уже этим видео заканчиваю. Всем пока, с вами был Стив Бой. Не забудьте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем бай-бай!